В Ненецком округе сегодня состоялось торжественное открытие представительства Всемирного фонда природы. К этому событию приурочили сразу ряд мероприятий. В частности, представители природоохранной организации передали Центру природопользования и охраны окружающей среды модульный стационарный пост мониторинга и охраны. Алина Ваучейская продолжит. Передаю вам. Крепкое рукопожатие как залог дальнейшего сотрудничества между администрацией Ненецкого округа и фондом дикой природы. Передача региональным природозащитникам модульной и стационарной базы – событие довольно важное. Теперь инспекторам, которые осуществляют охрану и мониторинг окружающей среды в заказниках и заповедниках, не придется искать место для отдыха и ночлега. Хочу выразить надежду, что вот данное оборудование, которое будет теперь находиться в полном распоряжении Центра природопользования, оно действительно будет, поможет им и в работе, в тяжелой работе инспекторов, потому что приходится много находиться и на свежем воздухе, и суровые условия Арктики у нас, они не самые благоприятные для здоровья, но тем не менее, вот люди, по крайней мере, теперь смогут находиться, есть будет где отдохнуть, где разместиться, принять там душ. Всегда приятно, когда некие документы, наше соглашение, которое было заключено между фондом дикой природы и администрацией Ненецкого автономного округа, претворяется в жизнь и в виде каких-то уже материальных объектов. В данном случае мы говорим о конкретной базе, которая была передана фондом нашему подразделению. Модульный стационарный пост мониторинга и охраны представляет из себя конструкцию из нескольких блоков. По сути, это полноценное жилое помещение с печкой, кухней, душем и спальными местами. В Центре природопользования и охраны окружающей среды уже решили, где будет установлена база. В январе ее доставят в паханческий заказник. Он расположен на севере Ненецкого округа, примерно в 130 километрах от Нарьинмара. Чем привлекательный данный заказник? То, что там произрастает около 13 видов растений, занесенных в Красную книгу. Обитает 12 видов птиц, которые занесены в Красную книгу. И по информации, там могут пребывать и белые, значит, млекопитающие, это белый медведь и моржи. Передача модульного стационарного поста – лишь первый шаг в сотрудничестве природозащитников. Сейчас разрабатывается менеджмент-план по еще 4 особо охраняемым природным территориям и экологическая тропа на Северный Тиман. Этот природный парк пользуется все большей популярностью как у жителей округа, так и у туристов из других регионов. Алина Ваучейская, Владислав Носкин, телеканал «Север».